Агитпоезд закончил свое турне. Напомним, поезд с информационно-пропагандистской группой проводил свою работу с 5 по 21 ноября. Рабочая группа охватила все города и районы Карагандинской области. В рамках агитационной работы были организованы еще несколько масштабных мероприятий. О них расскажет наш корреспондент. Цель выезда агитационного поезда – обсудить программу и статью президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда в свободной, неформальной, дружеской обстановке» через активную диалоговую площадку. А участниками агитпоезда стали специалисты областного управления образования, сотрудники регионально-научно-практического центра Сарарка Дарыны и ветераны педагогического труда. Со слов Есенгазы Имангалиева, в преддверии дня первого президента ими было сделано немало работ. Провел как бы акцию «Патриот» в рамках всех этих мероприятий. Значит, они посещали дома ветеранов Великой Отечественной войны и также проводили такие беседы. В рамках агитпоезда среди учащихся школ и профессиональных лицеев был организован и проведен первый этап акции «Патриот». В нем приняли участие более 1000 детей и посетили 250 тружеников тыла. А в период с 15 по 22 ноября прошел областной тур республиканского конкурса сочинений на тему «Какие уроки я почерпнул из лекции Нурсултана Назарбаева». Мероприятие охватывало около 3000 детей. Готова ли современная молодежь приступить к работе на различных стройках, которые ведутся в рамках государственной программы, форсированной индустриально-инновационной программы. Значит, здесь отличились, конечно, очень много моногорода и молодежь моногородов. И заключительный тур, будет областной турнир, будет проходить в области. Кроме того, был проведен гала-концерт «Тулганын Ерен Кельбеты» среди учащихся организации образования, достигших больших успехов в музыкальных конкурсах и фестивалях. Сотрудники отдела образования намерены и дальше разрабатывать полезные мероприятия. Ирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.